В День студента в Москве открылась выставка современного православного искусства «После иконы». Она расположилась в стенах зала церковных соборов Храма Христа Спасителя. Такого рода проект в столице представляет впервые. Подробности у Екатерины Ходосевич. Проект «После иконы» – это собрание концептуальных произведений, написанных православными художниками. Это своего рода смелый творческий эксперимент, по мнению куратора выставки Антона Беликова. Всего около 200 предметов, созданных 3 десятками разных художников. Я прошу вас на этой выставке подходить и внимательно смотреть каждое произведение. В каждом из них есть глубокий смысл, есть христианская традиция. И ей я вам с уверенностью могу сказать, что ни в одном из этих работ церковные традиции нигде не нарушены. Каждая картина – это личные размышления авторов о Боге, о вере и о человеке. Художница Елена Болоских рассказывает, что в своем творчестве часто обращалась к теме православия, но не могла себе позволить писать настоящие иконы. А вот современный стиль ей близок. Одна из ее работ на выставке – «Красная площадь». Красная значит прекрасная, красная значит кровавая, красная значит мощная, сильная. Вот наверху там трубящий ангел. Все известия у нас идут с Красной площади, из Кремля. Богоматерь, она охраняет Россию, она наш главный духовный куратор. А вот это мы такие вот маленькие стоим. Всегда, когда стоишь на Красной площади, ощущаешь себя каким-то маленьким-маленьким человеком, но нужным здесь. Посетители в один голос заявляют, что этот проект действительно новый взгляд на привычные православные сюжеты, при этом неожиданный и по-своему интересный. То, что пока я вижу, очень интересно, впечатляет и как-то даже в некоторых местах вот заставляет задуматься. Я думаю, должно быть православное такое вот современное искусство, оно должно как элемент войти и быть. Я смотрю на многие картины, и они вызывают очень интересные чувства. Я действительно этого не ожидала. Я считаю, что действительно нужно, наверное, продвигать современное искусство в православии, потому что это что-то очень новое и интересное, то, чего не было раньше. Думаю, современной молодежи будет интересно на это посмотреть и задуматься. Выставки проекта уже успешно прошли в Санкт-Петербурге, Перми, Севастополе, Великом Новгороде и других городах. В Москве экспозиция будет доступна всего несколько дней, с 27 по 31 января. В рамках международных рождественских образовательных чтений «Молодежь, свобода и ответственность».